У моей жены сегодня день рождения. Это тебя. Ты взял мне квест? Да. Вау. Времени мало, если ты помнишь. У тебя час есть, Рит. Я же запуталась. Кажется, там кто-то есть, спасибо. Блин, я надеюсь, там собака, а не человек. Андрей, ты что? Сейчас будет влог. Всем привет, друзья, с вами Андрей Глазунов. И у моей жены сегодня день рождения. Как вы понимаете, она еще спит. Моя малышка. И пока она спала, я сделал ей маленький сюрприз. А также приготовил завтрак. Правда, он, по-моему, подгорел. И сделал маленький квест. Погнали. Эй, котенок. С днём рождения! Спасибо. Это тебя. И... Давай, читай. Шопоголик ты мой. Я знаю, что ты хочешь подарок, но не так все просто. Чтобы его получить, должно пройти квест. Он не сложный, но времени мало, так что поторопись и удачи. Фоточки тебе помогут. Ты сделал мне квест? Да. Все, пойдем. Вау! Прикольно, так красиво. Времени мало, если ты помнишь. Я уже сейчас снимаю. Настоящая блогерша уже сторис записала. Ага. Давай, ешь мои прекрасные вафли и говори, что они удались. А с сиропом будут хорошие. Ну что, лучше? Да. Сироп делает свое дело. Берите на заметку. Мой папа. Рита поела и, кажется, что-то заметила. Сюрприз. Насколько мне? Сколько дней мы встречаемся? Тебе понадобится что, калькулятор? Да. Так, 365 умножаем на 4. 1440. Ух. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 1547. О, тут есть эта штука. Вау, и прикольно. Спасибо. Поздравляю. Я уже шарю. Ага. А что, ага? Это 7, значит, число что? Число и месяц, когда ты сказала «да». У меня записано эту заметку. А, что так не помним. По-моему, это 9 октября. Ну, попробуй. Да, я помню. Фух, я помню. О, прикольно. Как ты это сделал? Спасибо. Муа. Так мило, я так хотела эту подвеску. Да, я знаю. Какая здесь цифра? 7. А где 5? Сейчас, секунду. Это все? Типичная девушка. Подарок, подарок, подарок. Это все. Холодно. 5. Ой, не все. Сейчас все ногти переломаю. О, колечко. Очень кайф, очень красиво. Блин. Красота. Так, ну это, как ты понимаешь, еще не конец квеста. Угу. Тем временем у Риты появилась новая карта. Ирэдерская имская. Снова чехана. Поехали, нам надо спешить. Сколько ехать? 24 минуты. Ну, езжай. Одеваюсь. Комфортно. Все, я отправил Риту сейчас на квест. У нее сейчас будет настоящий реальный квест. И тем временем я подготовлю другой подарок для нее. И быстренько попытаюсь ее обогнать, чтобы вручить следующую карточку уже там на ресепшене. Подарок прячется вот тут. Я его спрятал. Карабин такой. Кладем письмо и последнюю фоточку. Красота. И теперь кладем сюда задание. Вот это и вот это. Ставим таймер и поехали. У нас очень мало времени. Моя малышка. Все, я припарковался и теперь бегу на квест к Рите.
Надо успеть. Как тебе? Круто, люблю квесты. Рита у нас занята следующим заданием. Это нужно по координатам доехать на следующую точку. Езжай туда. Следующая точка — это есть. Вкусно есть, много есть. И необычно. Это суп, это рис, а это хинкали. С лососем, крабом и креветкой. И это самые вкусные хинкали, которые когда-либо я ел. Она разбивает краба. Расчинила краба. Ужас. Что тебе там дальше надо делать? Я что-то не понял. Кажется, куда-то поторопиться. Подожди, давай тогда я вобью. Уже маршрут именно пешком показан, да? И написано «пройдемся». Я объелась, мне плохо. Надеюсь, мы сейчас не пойдем на тренировку. Общественная палата. Пойдем? Все, до свидания, спасибо. Идем. Но куда? Давай, у тебя есть мало времени. А, я запутаюсь. Рита, куда бежишь? Я не знаю, но мне нравится все, что сегодня происходит, поэтому я бегу. Это твой самый лучший день рождения? Да. Ты так думаешь? А может он быть еще лучше? Просто так. Я рад, что тебе все нравится, но это же еще не конец. Так что иди вперед! Кажется, кто-то что-то увидел. Ну-ка, что же это? Кажется, там кто-то есть, спасибо. Блин, я надеюсь, там собака, а не человек. Ааа, Хитмен! Ой, я надеялась, там щенок. Ну ничего. Я спасу тебя. А эти пришельцы меня опять похитили, я же был на задании. О, стоп, задание. О, это старый пакет? Задание выполнено. Интересно, это старая коробка? Куда он ушел? Давай, держу. Странный Хитмен. Смотри, все тщательно. Тщательно. Хочу мою лапочку. Мне нужна помощь. Давай. Ой, она очень красивая. Так, тщательно, значит, там что-то есть еще. У тебя есть ровно час. Ты думала, наконец? Вообще-то думала, да. Ой, все, мне надо ехать домой. Рит, у тебя есть ровно час. Хорошо. Поторопись. Ой. С днем рождения. Поедешь с сумкой? Да. Клево, самая клевая часть, мне КПК, она нравится больше всего. Влад красавчик, просто играет топово. Вот его инстаграм, он снимает клевые видосики. Поэтому обращайтесь к нему, если хотите себе наемного Хитмана. А вот и Влад! Иди сюда, друг. Все супер, просто респект. Четко. И едем домой выполнять задание. Ну, точнее, просто раньше приехать, чтобы заснять Риту. Что-то вы долго, девочки. Час скоро закончится. Но ничего, время еще есть. А почему твои подарки несет? Несешь не ты. У тебя раб? Здесь холоп. Тебе приятно быть холопом? Нет, это Лувитон. Да, мне приятно. Странно, ну ладно. Я думала, что в багажнике щеночек, и что нужно быстрее спасти, а там оказался Хитман. Его тоже надо было быстрее спасти. В общем, надеялась, что щеночек, и чуть не расплакалась. И в свой день рождения такая открывает сумку, надеюсь, это билеты. И там не билеты. Надеюсь, это щенок. О, там еще и Гуччи, знаешь, ты чего? Зачем так много? Я думала, что подарки закончились. Так, ну таймер сдох уже. Если твой рост и мой сложить вместе и поделить на 2, и откинуть 2 последние цифры, то останется мой рост 160, твой рост 178. Я не уверена, что Андрей 178 сложить вместе, поделить на 2, 169, и откинуть 2 последние цифры, 1. 160. А у тебя какой рост? 183? Да какая разница, все равно 1 будет. А, да? Блин, зая. Один. Сколько букв в городе, где ты не была, но очень хочешь побывать? На Бали? Где еще хочу? Мальдивы? Таиланд? Китай? В Японии где-то, я не знаю там городов. Спустя час. Да где я хочу побывать? Надо было квест остановить на Хитмане. Токио? Ура! Когда-нибудь она будет наша, пока назовем это X. 6, надеюсь. Сколько букв в твоем имени? Каком? Рита или Маргарита? Маргарита. 9. Ну, своя девочка, готовь на все ради ее улыбки. Боже, надеюсь, это билет куда-нибудь. Нет, это письмо.
может быть, там... Носки? Нет, может быть, там ремень. Ну, мне вроде не нужен ремень. Может быть, там сумочка, еще одна. Еще одна сумочка, ты что? Андрей, ты что? О, боже, какой лопучка! В общем, Ритик, с днем рождения тебя, надеюсь, тебе все понравилось. Мой квест закончился, теперь ожидай квест от своих друзей. Вот, уже на мероприятии, на которое мы едем прямо сейчас. Мы в лофте, это день рождения, и это все ее друзья. Ну-ка, быстро поздравляйте Риту с днем рождения. Да. В общем, вот так вот мы отмечаем ДР. Будет пару интересных моментов, которые я вам покажу. А пока просто нарезка прикольных кадров. Мы сейчас будем играть вот в такую штуку. Короче, вот ребята собрались, сейчас будем знать, насколько Риту все знают. Ну что, друзья, готовы играть? В каком году родилась Рита? 10 секунд, чтобы ответить. Уйди отсюда, не смотри. Да ладно! Ты в шоке? Нет. Полина вырывается вперед. Давайте, в скольких странах была Рита? А как вы думаете, напишите снизу. 35, 28, 23 или 17? Мне кажется, это неправильно. Нет. О, вы оба неправы. Куда завтра Рита улетает? Никуда. И это Барселона. Это правда? Да, это правда. Офигенный торт. Рита, привет. С днем рождения тебя. Добрая, умная, ты очень красивая. До 49. С днем рождения, Ритик. Мы тебя очень любим и очень обожаем. И надеемся, что это все взаимно. Это взаимно, а ну-ка, да, да? Да. Счастье, радость и любовь. Вот и все, подошел конец. День рождения, Ритика. Днем рождения тебе еще раз. Спасибо. Надеюсь, тебе все понравилось. И надеюсь, то, что вам, ребят, понравился этот видос. Поэтому жду от вас лайка, подписки, комментариев. И радуйте своих любимых. Им будет очень приятно. Да. А теперь распаковывать подарки. А мне убираться.